как мне приятно с вами сегодня провести несколько минут. Я только что вернулся из путешествий вокруг всего света. Гербалайф уже 18-й год, так что очень много интересных мероприятий проходит везде. И, конечно, как вы прекрасно знаете, мне везет, я всегда везде езжу и наблюдаю, как развивается Гербалайф, как действует Гербалайф в различных странах мира. Совершенно удивительно в этом году. Это потрясающий год для по интенсивности мероприятий в Гербалайфе. Не только отсюда, из нашей штаб-квартиры, от Марка Хьюза, от всех поддерживающих частей подразделений, но вообще для всех дистрибьюторов Гербалайфа год был действительно потрясающим. Все, где бы я ни побывал, с кем бы я ни встречался, все встречаются, это практически мест не остаются, набиваются, как сельди в бочку, все стоят, сидят на полу, прижимаются к стенам. Сегодня действительно интерес колоссальный, на индивидуальном уровне, на организационном уровне, потрясающе. Только что я вернулся из Новой Зеландии и Австралии. Точно такая же интенсивность и там. Все стоят, потому что сесть, всех усадить невозможно. В последнем городе, в котором я побывал, в Сиднее, ожидали около 500-600, а пришло 1000 человек. Необходимо было договориться, чтобы получить еще одно дополнительное помещение за сценой. Это было совершенно уникально. Мы получили разрешение. Вместо того, чтобы выгнать от нас из гостиницы, нам разрешили набиться. И огромное количество людей получили массу интересной информации и удовольствия. Естественно, такая интенсивность мероприятий создает определенное настроение, потому что именно это настроение движет нашей работой. Это действительно самый лучший год Гербалайфа. И я вижу это все непосредственно из первого источника, получаю информацию. Я работаю, привлекаю, вижу, как работают с клиентами, как осуществляется рекрутирование дистрибьюторов, как строится организация. Я действительно горжусь вами за то, что вы делаете. Я, как вы знаете, давно уже знаю Марка, еще до Гербалайфа, так что я смотрел, как растет, мужает он, как растет и мужала моя компания, а также те, кто создавал себя, скажем, уже на протяжении многих лет, или новички, как вы получаете видение, мечту Гербалайфа, что она означает для вас, для вашей семьи, и что она означает для людей, с которыми вы контактируете, и новая история, которая сопровождает нашем продвижении в будущем. Итак, позвольте вас поздравить за то, что вы делаете в этом году. Результаты колоссальные. Я чувствую колоссальную поддержку, энтузиазм за то, что я делаю, и это просто прекрасно. Хочу поблагодарить вас от души всех. Письма, которые вы посылаете, факсы, и вообще на личном уровне каждое рукопожатие, ваше вдохновение для меня также колоссальный стимул. Я очень благодарен всему и всем за то, что имел возможность работать в Гербалайфе и встретиться с Марком Хьюзом, увидеть его рост, как он начал компанию, начал развивать продукты и сегодня привел нас к этому 18-му году существования компании. С тем, чтобы это был самый лучший год по продажам, самый лучший год по рекрутированию. И убежден, что это будет самый лучший год по развитию базы клиентов и продуктов. Но для того, чтобы это действительно был лучший год для вас, а это ключевой момент, Гербалайф живет, развивается, преуспевает, все системы поддержки работают прекрасно, видение будущего налицо. Марк Хьюз сегодня говорит не о 2 миллиардах, но о 3, 4, 5 миллиардов продаж в грядущие годы. И все это запущено, этот механизм функционирует. Конечно, те новые продукты, которые вы видите, развиваются, и новые продукты будут развиваться. Все это также запущено. Система маркетинга Гербалайфа, которая отрабатывает, все эти годы, она работает прекрасно, это налаженный механизм, система бонусов для новых дистрибьюторов, также все функционирует. Сейчас ключевым моментом является то, что как индивидуальный дистрибьютор, можете воспользоваться всем тем, что происходит в Гербалайфе вокруг света. Это не только всемирная компания Гербалайф, это не только международная компания. Гербалайф является и очень личностной характеристикой, которая определяет жизненный стиль
Спаситель каждого из нас, предоставляет поддержку каждому из нас. Но каким образом мы можем воспользоваться этим? Каким образом мы можем обеспечить, что Гербалайф дает нам то, что мы хотим? Доход, удовольствие, счастье, хорошее здоровье. Как стабилизировать свою финансовую ситуацию? Каким образом получать удовлетворение от личного роста, а также приносить счастье другим людям? Как все это заставить стать реальностью? Именно об этом мне хотелось бы сегодня поговорить с вами. В первую очередь, у нас имеется сила рынка. По мере моих путешествий по всему миру, это становится совершенно очевидным, потому что это действительно непрекращающаяся, настоящий перпетум мобиле, непрекращающаяся возможность, которую мы предоставляем людям. Люди нуждаются в хорошем здоровье, они должны следить за своим весом, должны использовать здоровье и питание, и все это предлагает Гербалайф. Просто невероятно измерить и понять, насколько колоссальна наша деятельность, невозможно. Собственно, даже мы отстаем от той потребности, которая нужна в Америке. Мы уже 18 лет работаем. А сегодня значительно большая потребность по сравнению с тем, что было 18 лет назад. Мы отстаем даже здесь, в Америке, потому что потребность, спрос такой колоссальный, а мы не настолько выросли бы за 18 лет, чтобы удовлетворить полностью этот спрос. Поэтому можно себе представить с такой мощью рынка, который не изменяется в различных странах мира, Гербалайф действительно должен схватить эту возможность. И в первую очередь вы должны схватить эту возможность. Каждый человек, которого вы приводите к Гербалайфу, рассказываете о продуктах Гербалайфа, и наверняка еще 4-5 человек стоят в очереди и ждут. И скажем, если у вас 100 клиентов, наверняка еще другие 100 стоят и ждут, даже и до них дойдет очередь. Если у вас 1000 клиентов, то наверняка есть еще несколько тысяч человек, которых бы не охватили. И вот такой спрос не только в Америке, конечно, но и в других странах, естественно. Во-первых, у нас имеется мощь рынка. Также это бесконечный рынок для рекрутирования. Подростки, 17-летние подростки, которым было по 17-5 лет назад, сегодня им 22. Они, многие из них переженились, начинают семейную жизнь. И им нужны деньги, постоянные потоки, непрекращающийся поток людей, которые выходят на рынок труда, для которых открываются замечательные возможности дистрибьюторства в Гербалайфе. Это совершенно удивительно, что мы предлагаем. Какие возможности для дополнительных... Как можно сделать деньги, как можно заработать. Необходимо искать тех, кто сможет научиться рассмотреть будущее, как развивать свои навыки, как становиться лучше, чем они есть сейчас. Это непрекращающееся снабжение. Это, опять же, мощный рынок. Или, скажем, кто-то уже решил достиг пенсионного возраста, но при этом они также могут пользоваться возможностями, которые мы предлагаем, не только здесь, в Америке, но во всех странах мира. Таким образом, это мощь рынка, сила рынка. Затем сила капитала. Как вы помните, несколько лет назад в Восточной Европе произошли колоссальные изменения, коммунисты были побеждены, и новый интерес проснулся к капитализму. Каким образом небольшую часть капитала превратить в прогрессивное развитие, превратить их в услуги, превратить их в продукты? И вот эта вся мощь капитализма, она, собственно, охватила сегодня весь мир. И кому же нам надо, кого нам надо обучать? Кто расскажет о том, как мы это делаем? Вот когда я был в России, 11 тысяч человек пришли послушать о том, что такое капитализм, как могут они воспользоваться тем малым, что у них есть, превратить это в продукт, в услуги, либо за счет создания бизнеса для себя, создать деньги, заработать эти деньги и превратить мечту в реальность. Независимо от того, куда бы я ни ехал, вся эта идея капитализма, она совершенно удивительна, она захватывающая. Таким образом, это
сделанный по заказу мир наших продуктов, для продуктов Гербалайфа. Не только наша система поддержки, но это идея о том, как малое превратить в что-то большое, совместив ее со смелостью, интенсивностью, временным фактором, вдохновением, жизненностью. И вот эта малая толика капитала и то все, что сопутствует ему, и превратить это все в крупное предприятие. Сегодня у нас есть возможности обучать, как это сделать, причем на различных языках, в различных странах, в различных сообществах, в различных городах. Это называется сила капитала. Следующий момент – это сила Гербалайфа. Гербалайфу сегодня 18 лет, и за эти 18 лет мы получили совершенно уникальный штат людей не только здесь, не только в нашей штаб-квартире, но и в других странах мира. Штат, который позволяет этим странам функционировать по снабжению, по созданию системы поддержки, организации мероприятий, в проведении всего того, что делается. Я никогда не встречался с людьми подобного заряда, хотя я уже 40 лет на этой арене, но в Гербалайфе действительно у нас наработан самый лучший потенциал. Где бы я ни выступал, куда бы я ни приехал, везде имеется сила Гербалайфа, которая готова оказать содействие, дать наилучшую информацию, снабдить наилучшим советом. Эта система поддержки, о которой я говорю, она непобедима. Она дает вам, предоставляет вам возможность, скажем, если вы рекрутируете у себя по месту жительства или в других городах, или вообще в целом по сообществу, или в своем городе только, или по всей стране, в которой вы живете, и, скажем, рекрутируете во всех странах мира, куда бы вы ни приезжали, где имеется Гербалайф, то сила Гербалайфа, она предоставляется вам сразу же, она готова услужить вам информация, идеи, продукты, вдохновение. Марк Хьюз и доктор Катсон и все другие, кто постоянно ездит по всем странам мира. Вот что такое сила Гербалайфа. Таким образом, мы говорим о силе рынка, которая совершенно удивительна, сила капитала, который охватывает весь мир. Сила Гербалайфа, 18-летний опыт которого совершенно непревзойден, то, чему научился Марк Хьюз в качестве президента и главный исполнительный директор этой компании. Он сам начал все с спонсирования. Он получил эту мощь, эту знание. И последний завершающий момент – это ваша личная сила. Сила, на которой вы основываете свою деятельность, базируется на всех остальных, конечно же, но что очень важно для вашего будущего развития – это ваша личная сила и мощь. Зачастую нам просто приходится иногда остановиться и задуматься, что у вас имеется для того, чтобы привнести в свое собственное предприятие. Мы получаем продукты, мы получаем систему маркетинга, мы получаем помощь Гербалайфа, но место на рынке имеется. Рынок обслуживает вас. А что же касается вас лично? Быть может, вы даже и не задумывались об этим вопросом, какую силу и мощь вы можете привнести в это коллективное предприятие с тем, чтобы мечты ваши исполнились. Хотелось бы мне напомнить, что вот сегодня все, что имеется в вас самих, в первую очередь вы можете видеть, какова же эта сила, видеть все это, использовать свое мышление, понимать, развивать. У вас имеется возможность слышать и вслушиваться. Именно то умение слушать создает убеждение, развивает воображение. Но то, когда мы видим вещи, которые не существуют, а именно способность, вслушиваясь в признание, в истории признания, поверить и начать что-то, что до этого доселе вам было неизвестно, как работать и постепенно прийти к успеху. Способность услышать прекрасные идеи в этих историях признаний, это развивает воображение.
А затем воображение имеет способность превращаться в веру. Вера способна не только действительно уверовать, видеть, но и поверить в то, что это возможно. Это возможно, это произойдет. Естественно, Гербалайф располагает колоссальной картотекой признаний, историей признаний, которые дают нам примеры того, где можно начать, находясь на данном этапе развития своей жизни, можно начать с такими ограничительными факторами и затем, в конце концов, добиться очень многого. И эта картотека признаний предоставляет нам возможность уверовать в это, действительно уверовать в это, а не только думать, что это возможно. Если мы научимся всем этим урокам, если мы воспримем все навыки, если бы мы использовали наше воображение, если бы все это происходило действительно так, конечно же, все это может стать реальностью для вас. Вот мощь и сила, которыми вы располагаете. Вы можете видеть, вы можете слышать, вы можете понимать, действительно понимать. Это очень важный фактор. Способность верить в то, что это возможно, оценить, что это может означать для вас. Во время признаний мы слышим о том, что они говорят, но мы всегда задаемся вопросом, как это применяется ко мне, с тем, чтобы понять, как мы это делаем. Без наших ограничений капитала, времени в самом начале, когда мы начинаем работать по совместительству, вы можете это сделать. У вас имеется возможность и сила. Какой же длинный список личной силы, который приходится к вам. Мы все располагаем им. Но вот что нужно помнить. Какая возможность? Возможность превращения всего в действительность, того, что вы видите, слышите, понимаете, воображаете, верите. И в чем вы не сомневаетесь, это способность действовать. Она подобна чуду. Это не воображение, которое создает нашу карьеру. Это не воображение, которое создает базу клиентов. Обычно мы используем свое воображение и заставляем его работать. У вас имеется возможность сделать это. К счастью, в Гербалайфе это можно делать по совместительству. Скажем, если вы начинаете работать, у вас не хватает времени, и у вас получается ограниченный доход. Скажем, во время обеденного перерыва, вечером или в выходные дни, небольшие моменты, отрезки времени вы выделяете для того, чтобы начать создавать свою карьеру, развивать свою карьеру. Ваша способность действовать может развиваться по всем направлениям, потому что вы не можете изучать все предметы без того, чтобы не выполнять эту работу, чтобы не быть активными. Точно так же, как обучение навыкам коммуницировать. Я помню, что на моем первом мероприятии, где мне пришлось выступить, я стоял, открыл рот, и ничего у меня изо рта не вылетело. Не вылетало, я потел, краснел, коленки дрожали, я был напуган. Конечно, я очень был обескуражен всем тем, что тем фактом, что передо мной так много людей, и все чего-то ждут от меня. Третий, четвертый раз, где-то 35-36 лет тому назад, наконец я обрел свою уверенность, и с тех пор, все эти годы, которые прошли, я отрабатывал навыки коммуницирования, и сегодня чувствую себя вполне уверенно. Вы располагаете такой силой, силой и мощью создать карьеру, которая послужит вам, независимо от того, сколько времени вы хотите посвятить развитию этой карьеры, у вас имеется возможность развивать предприятие, бизнес для самого себя. Марк Хьюз создал это совершенно удивительное предприятие под названием Гербалайф. Сначала это была мечта, когда он задумался об этом, он также позадумался о людях, которые пытались, и им не удалось это. Он сказал, что я попробую и преуспею. Его видение, его мечта. Посмотрите, во что все это превратилось через столько лет. И, конечно, признание Марка точно такое же, как и ваше, и мое. Если он смог, и мы сможем. Он мог начать, и вы сможете начать. Если он мог верить, и вы сможете. Если он попробовал, то и вы можете попробовать. Если мы могли попробовать еще раз, и вы
сможете сделать то же самое. И навыки начинают развиваться. Если кто-либо может на свете это сделать, то и вы сможете. У вас есть способность развивать эти предметы, предметы, которые будут создавать и сеять зерна ценностного содержания, получать клиентов, как выстраивать базу клиентов, навыки рекрутирования. Вы можете научиться всему этому, и вы имеете, обладаете силой и мощью того, как превратить это в реальность, учиться коммуницировать, учиться организовывать людей, которых вы сводите вместе, каким образом поддерживать постоянный контакт. Все это упирается в вашу личную силу и мощь. Хотелось бы напомнить вам еще раз сегодня, что все эти силы и мощи, которыми вы располагаете, это рынок, капитал, Гербалайф и лично вы. Если все это будет совмещено вместе, приведено к одному знаменателю, то будет, нет никаких оснований думать, что вы не выиграете. Вы получите всяческий успех, вы преуспеете в своем предприятии. И еще раз хочу вам напомнить, это самый лучший год для начала такой деятельности, потому что интенсивность, накаленность дошла до предела. Вы сможете действительно преуспеть, потому что компания удвоила свой товарооборот. Каждый дистрибьютор, каждый клиент получает максимум от продукта, и каждый дистрибьютор получает максимум от тех возможностей, которые мы предлагаем. Вот, собственно, что такое Гербалайф. И с такой силой, с такой мощью, с теми элементами индивидуалистического вовлечения в эту деятельность, особенно в этом году, они повлияют на вашу жизнь, на вашу личную жизнь, и опосредованно они отразятся на жизни других людей. Еще позвольте поделиться с вами некоторыми размышлениями. Вот некоторые из моих предложений, которые помогут вам улучшить этот год. Скажем, он будет намного лучше, чем тот год, в котором вы начали. Если вы готовы, попросил бы вас сделать некоторые записи. Мне кажется, что это действительно фантастический год, потому что то, что создано, тот импульс, который заложен, интенсивность мероприятий, она принесет свои плоды, все это принесет свои плоды. Проверяйте результаты своей деятельности. Даже когда вы только-только начинаете, вы только начинаете получать навыки Гербалайфа, все приводите к одному знаменателю, собираете весь опыт вместе, вы задаете себе вопрос, как я это делаю, как я смогу этого добиться. Это как бы личностная инспекция, которая очень важна. Что вы хотите сделать? Вы хотите преодолеть свои ошибки как можно скорее, на как можно раннем этапе своей начала деятельности. Когда я только-только начинал заниматься рекрутированием, я помню, что у меня была разработалась такая привычка, особенно в первый год. Мне надо было сделать вид, что год закончился, и надо сделать изменения. Если вы привносите такие изменения как можно быстрее, то эти изменения сами по себе, они позволяют вам в значительной степени улучшить все результаты. Марк Хьюз так делает, доктор Катсон так делает, все мы так делаем. Все лидеры Гербалайфа научились этому навыку. Иногда они садятся и просто смотрят, как же мы работаем, что мы говорим и как мы это говорим. Что это очень важно, особенно это очень важно, если вы хотите преуспеть в будущем, делать обзор результатов ваших деятельности. В конце концов, вы между собой, самим собой, никого не впускает. Признайтесь самим себе. Что бы я сказал, это отличная оценка? Или четверка? Или может быть тройка? А может быть и двойка? И, быть может, это то, что я сделал сегодня, уж совсем не так хорошо, как мне показалось в самом начале, что я мог бы постараться значительно больше. Иногда присядьте и посмотрите, как вы поработали, и просто сделайте, подведите итоги того, чего вы добились. Это очень полезно. Я помню, я однажды был в Сингапуре, в Куала-Лумпур, и я помню, когда мы закончили эти два мероприятия, на каждом семинаре присутствовало по 2000
человек, очень известный человек, который преподавал и читал лекции на протяжении последних 35-40 лет. Он знаменит по всему миру. У него очень известная церковь в Америке. Он известный проповедник. И в Сингапуре он мне ко мне подошел и сказал: «Господин Рон, вы знаете, мне кажется, мое выступление в Куала-Лумпур, и по моей оценке, вот 10-бальной шкалы, я бы дал себе 6. И это... я как-то отвлекся немножечко. А если бы я оценил свою деятельность, свои результаты в Куала-Лумпур, где-то около 6. Но вот здесь, в Сингапуре, я действительно хорошо себя чувствую. Мне понравилось, как я выступил. Я думаю, я бы поставил себе 9. И я действительно не мог не согласиться с ним. Но, что было особенно интересно, вот этот очень известный человек, известный опытом своим, известный своими выступлениями, он по-прежнему каждый раз критически подходил к каждому своему выступлению. Он как бы судил, хорошо он это сделал, отвлекло его что-то или не отвлекло. И это было совершенно удивительно. Именно поэтому он такой популярный, он такой известный, он ездит по всем странам мира, потому что он постоянно задает себе вопрос: хорошо ли я сегодня выступил, хорошо ли я все это сделал, действительно ли я выложил все свои силы, приложил все усилия для того, чтобы мое выступление было наилучшим. И не только выступление на сцене, но в основном я говорю о выступлениях в малых группах, в малых аудиториях. Или, скажем, даже когда вы говорите с одним человеком, эта ситуация значительно важнее по сравнению с тем, когда вы выступаете в Барселоне или в Японии или в Орландо на сцене перед массами людскими, потому что тот факт, что в вашей организации могут быть лидеры, действительные лидеры, то, что вы говорите в тот момент, каким образом вы это говорите, может быть, воистину, даже важнее, чем когда вы выступаете перед тысячами. По мере продвижения в течение года остановитесь на секунду и проверьте, подведите итоги, как вы работаете. Это очень хорошая возможность также поделиться этим опытом с людьми, которым вы доверяете, и спросить, согласны ли они с вашими результатами. Зачастую мы так закручиваемся в круговерти ежедневных занятий и заданий, но и не задумываемся над тем, что происходит, а со стороны они значительно виднее. Так что те, кто окружают вас, не бойтесь, спросите, как вам кажется, как хорошо я выступил на этом семинарском занятии, как я провел мое выступление, из расчета 1 к 10, как бы вы оценили мое выступление. И если это тот человек, которому вы доверяете, который может вам действительно рассказать, как вы выступили, какой стиль вы использовали, каким языком вы говорили, действительно ли донесли вы до сердец и умов людей, присутствовавших в зале, те мысли, которые вам хотелось донести, с тем, чтобы они увидели то, что вы видите. Зачастую мы сами не видим того, что мы хотим сказать. И мы как бы заглядываем внутрь самих себя, и нам это не так видно. А те, кто стоят со стороны, им значительно проще это сделать. Это очень хорошо подводить итоги самим собой, а также с содействием тех, кто окружает вас, кому вы верите, и кто может дать мудрый совет. Еще один момент, который очень важен в этом году, это преодолеть страхи. Мы все боимся, скажем, мы боимся, что мы не выполним задачу, поставленную перед нами, мы не